Всем новогодних выходных, дорогие друзья! С вами самая точная программа об английском футболе, FIFA прогноз. И сегодня у нас вместо Игоря Белоногова будет играть в этот прекраснейший английский футбол Александр Фирсов. Саня, тебе привет! Здравствуй, здравствуй, Рома! Непривычно говорить Саня тебе привет другому Александру. Дегтярева пока у нас нет, к сожалению. Давай я сегодня буду для тебя Игорем. Да. Ну давай, будешь для меня Игорем, и расскажи, кем мы играем сегодня, что за матч вообще нас сегодня ждет. Собственно, нас ждет дерби Манчестера. Это Манчестер Юнайтед против Манчестер Сити. Юнайтед играет у себя на стадионе. Манчестер Сити, соответственно, заявлен как гости. Давай. И... Да? Шутишь. Бывает такое. И самое интересное, что большинство букмекеров отдают предпочтение именно гостям. Почему так, интересно? Ну, на самом деле, Манчестер Сити сейчас находится на очень хорошем ходу, а у Юнайтеда, если я не ошибаюсь, из 5 матчей там было 2 поражения. То есть команда так шатко-валко пробирается как-то. Потихонечку. Но это не связано с какими-то травмами и всем таким. То есть, видимо, обычная рядовая ситуация. Да и в конце концов, Новый год никто не отменял. Игроки будут такие немножко подуставшие. Все мы понимаем. Ну да. Ну и что еще интересно, то что форма у Манчестер Сити все-таки по игрокам более-менее побольше будет. Например, та же самая FIFA дает 87 на нападение, а 81 у Манчестер Юнайтед. Так что, возможно... Букмекеры опираются тоже и на этот фактор. Ну, давайте посмотреть, что как будет. Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, точнее наоборот, Юнайтед дома, Сити в гостях. Кубок Лиги, поехали, начинаем прогнозировать. Так, Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед начинает свою атаку. Может, первый и последний. Ну, хотя за половину поля ты пока не перешел, что интересно. Агуэру сразу же сходу побежал. Опа, вот так вот делаем сюда и бьем поворотом. 1-0. И оно закатывается. А куда, подожди, он закатился? А он, по-моему, пролетел между ног у голкипера. Сейчас если посмотрим. Я не ошибаюсь. Смотрим. Вот пошел момент, да, передача. Вот и... Да? И да, welcome to the club. Бади. Ой, 1-0, третья минута. Че, неужели второй быстрый гол у нас собирается? Нет? Собираться-то может все что угодно. Например, друзья на Новый год, да? Опа. Кстати, это... Опа. Не так. Рекомендуем на новогодние праздники собираться в компании больше 6 человек, читал Роскомнадзор. Роскомнадзор, да. Ну-ка, удар по воротам. Нет, не получилось. Рекомендации Роспотреба, короче. Дома на угловом диване нельзя собираться больше, чем втроем. Да, знаешь, так как уже 5 января, или какое там, я уже забыл, да, 5 января. А ты думаешь... 5 января сегодня, там народу уже, по-моему, плевать, они устали уже друг от друга, типа, уйди, пожалуйста, домой, к себе. Ну, вот этот момент, когда все доедают селедку под шубой, потому что она уже, это... Так что, офсайд был? Потому что она уже надела свою шубу и собирается уйти. Она в шубе из плесени уже такая. Зеленая селедка под шубой. Как в том анекдоте, типа, мама, алло, а где ты берешь красный майонез для селедки под шубой? Ну-ка! Наказать их за такую потерю голом? Так, по-моему, черданцев говорю. В принципе... Ну, конечно, свистеть-то здесь никто не будет. Зачем? Да, там, чисто ногу оторвали, но ладно. Опа, хороший перехват. Ну-ка, на Агуэра. Пошли. И вот так вот. Охлобысь. И это 2-0. И это 2-0. Агуэра делает счет на 19-й минуте. Такая тишина гробовая. И офсайд такой огроменный. Ну, офсайд там, конечно, да. Там можно было КамАЗ запарковать. Так, Агуэро по прямой. Ну-ка, давай, делай дубль, делай грязь. Удар. И... Серьезно? Вот прям вот так вот сходу 3-0. Агуэро дубль? Ну, ладно. Ну, что такое? Игра в обороне. Да на. Ой-ой-ой-ой-ой, какой моментик-то, а? Какой моментик. Ну-ка, а, Стерлинг, что? Отлично. Я не видел мяча. Отлично. Это нечестно. Это читерство. И вот так вот. Оп. Оу. А, стоп, я... А, не полетело, ладно. Да, так, как бы... Там... Ладно, с углового попробуем. Нет, не получилось. Ну-ка, доиграть-то момент, доиграть, время есть еще. Будет угловой или все? Все, хватит. На сегодня хватит.
Не, все, ребятки уходят на перерыв. 3-0 пока что. Давай смотреть на статистику. По владению 58-42, Манчестер Юнайтед впереди. По ударам... Тоже как бы все есть, да, просто но по ударам в створ Манчестер Сити как-то немножко побольше будет. Точность пасов опять-таки за Юнайтедом. Хотя такой очень сомнительный показатель, если честно. За ту точность ударов 100% у Манчестер Сити. One shot, one kill? Да, хотя счет 3-0, а ударов в створ 5. Давайте смотреть, что покажет нам в тайм второй. Покуэркуда. Да. Не-не-не-не-не, давай вот без давай, ладно? Просто пробегаем, бьем поворотом. 4-0. 4-0, да-да. 4-0, Агуэро делает хет-трик в этом матче. Как говоришь, пробегать надо мимо них, да? Наверное. Давай попробуем. Ну ты, опа. Так нечестно. А что нечестно? Ну я пробегал, все по твоей схеме. А, типа, то, что в отбор сыграл? Ну, не надо было так делать. Ну-ка, сохранить. Обратно. Вот этот треугольник сейчас вырезали. Да, сюда. Де Брюйне. Что-то на татарском сейчас было сказано. Ой-ой-ой, какой коридор. Ого, отлично. Ой, а что? Чисто в подкате, чисто играем в подкате. Отлично. А как же знаменитый новогодний 11-литровый? Его что, не будут пропивать в этот раз? Опа. А, четенько в отборе играем, отлично. Не-не-не, все нормально, все чисто. Сам упал, пить меньше надо было во время праздников. Да что ж ты? Ёжики пушистые. Видел хоть раз пушистого ежа? Простой наш русский парень. Сережка Агуэров хэт-трик сделал. Ну, придумаешь что-нибудь, не придумаешь? Да придумать-то придумаю, исполнить не получится. Чего это? Я же за Манчестер играю, да? Да посмотри просто, вот... Вот мне больше нравится, как у меня игроки в офсайд убегают. Вот как бы передачку можно вырезать, конечно, хорошую, но... Как делать бы... мы этого, конечно же, не будем. Ну, а тут, чисто. Конечно, свистеть никто тоже не будет. Все, все чисто, все, все чисто. Да. Опа. Опа. Вот так. Ага. Ладно. Теперь вот так. Ага, круто. Ништяк. Хорошо. Согласен. Рабочая схема. Да хоть вот... Офсайд. А, еще и офсайд. Ну да. Ладно. Терять нам уже, в принципе, особо нечего. Ну и все, матч подошел к концу. Не успел я закончить ту атаку с рикошета на своего игрока. 4-0, давай смотреть статистику. По ударам равная, по ударам створ у меня, конечно, больше. По владению у тебя также 57%, у меня 43%, на 1% повысилось. Одинаково. По нарушениям тоже, кстати, одинаковая игра прошла, так прям... Да, равный матч, только Манчестер Сити мог забивать, а Манчестер Юнайтед почему-то на своем поле не мог забивать. Нет, забивать тоже мог, но не получилось. Да. Вот скажем вот так вот. Как-то так. Итак, счет на ваших экранах только что был 4-0, победа Манчестер Сити в Кубке Лиги. Как думаешь, реальный этот результат или нереальный? Я допускаю такую вероятность, поиграв за Манчестер, тем более Юнайтед, как бы поняв, что из себя представляет команда, во всяком случае, в этой фифе. Но, не знаю, все покажет практика. Ставить или нет на этот счет, выбор только за вами. Ну, а эту программу для вас вели, симулировали матч Александр Фирсов и Роман Полинсков. Это отличная возможность для вас подняться на ставочках, если вы на Новый год никому не подарили подарки, на Рождество самое то. Еще увидимся, до скорых встреч, хороших каникул новогодних вам!